Ладожское озеро – самое крупное в Европе и второе по величине в России. Именно здесь, на берегу, расположился учебный центр, где уже второй год старшеклассники занимаются в полярной школе. Это проект Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Росгидромета. Он вырос из конкурса, посвященного 200-летию открытия Антарктиды. Победители отправились туда в экспедицию. Стало понятно, детям тема интересна, тем более осваивать все на практике. Теперь у них есть возможность делать это чаще, причем не выезжая за пределы Ленобласти. В этом году мы пока успели побурить лед на озере. У нас была задача измерить глубину, толщину льда и понять, что там происходит, температуру льда. Понять процессы не просто в теории, а то, как реально люди этим занимаются в Антарктике, например, в Арктике. Не секрет, что наука стареет, сотрудники стареют, и поэтому нужна молодая, юная кровь. А как заинтересовать? Вот полярная школа и позволяет заинтересовать и мотивировать детей. Такая старая советская практика. Школа, вуз, предприятие. А мы пошли дальше. Школа, вуз и научно-исследовательский институт, Институт Арктики и Антарктики. Сейчас состоится торжественный пробоотбор ведром. Раз в неделю участники проекта учатся в университете, больше узнают о климате и мировом океане. А на учебной базе Ладога у них проходят практические занятия. Школьники исследуют лед, изучают микроорганизмы в озере, а на этот раз химический состав воды. Это то, с чем человек сталкивается прям сразу, приходя в гидрохимическую лабораторию, его учат измерять кислород. Потому что этот параметр нужен и для океанологов, для физиков океана, и для биологов. Там прекрасная, замечательная, красивая химия, образуется осадок, он растворяется, потом он синеет. Это наглядно и во многом весело. Почувствовать, прикоснуться к этой науке, к этим измерениям, мне кажется, очень важно для ребят, потому что дает потом совершенно удивительный научный немножко взгляд на мир. Сейчас в полярной школе 9 старшеклассников из разных школ Петербурга. Первый выпуск состоял из 6 человек. Двое из них получили целевое направление и теперь учатся в Российском гидрометеорологическом университете. Сергей Сахно стал студентом факультета океанологии. Мне открывает некую такую дорогу буквально в университет. Нет этого какого-то представления о том, куда после него идти. Мне, в принципе, мне это показало вообще, чем можно заниматься. Как этим заниматься? Что для этого надо знать? Замотивировали. На груди у Сергея значок. Цифры 66 и 33. Координаты широты полярного круга. Мечтает студент о том, чтобы пересечь эту условную линию. Как это сделали его преподаватели. За плечами Василия Поважного уже 15 экспедиций, а куратора полярной школы Андрея Иванова более 40.